Психологическая йога – это своеобразный синтез йоги и психологии. Работа над телом, разминка, асаны, медитация – все это основа йога-терапии. В Приднестровье подобная практика уже существует несколько лет. Объект исследования и в йоге, и в психологии один – это человек. Цель и ожидаемый результат – это изменение, как говорят психологи, в нужном заданном направлении. В йоге это преображение, говоря по-русски, или говоря общепринятым языком, трансформация, тоже в указанном нужном направлении. Психолог с многолетним стажем Федор Грановский рассказывает, что практически всю жизнь занимался йогой. Кроме того, проводил психологические тренинги за рубежом, изучал интегральную йогу. Однако большое влияние на него оказал Дальний Восток, где он прожил около 10 лет. Именно там он постиг основы интегральной йога-терапии. Был такой мастер просветленный индийский, который говорил, что я всю жизнь был мастером в йоге, и считал, что я достиг больших высот. Когда я познакомился с реальной психотерапией и психологией, это мне помогло осознать те вещи, которые не осознавались всем моим родом, очень много. Это мне очень помогло в моей основной работе. У Федора Ивановича есть свои последователи, один из которых – Константин. Практикует йогу чуть больше 5 лет. Изначально увлечен был шаолиньским ушу. Однако уже через несколько месяцев он стал изучать йогу. Вообще психологическая йога и все, что связано с обращением внимания внутрь себя – это для храбрых людей. То есть это требует достаточного мужества, потому что избегание, боятся идти туда, боятся исследовать себя, прячут какие-то свои стороны там, других, как бы это манипуляция, это избегание. И вот этот момент честного разворота, как бы это является первым шагом к серьезной работе. Суть психологической, или как ее называют, интегральной йоги в том, чтобы сделать акцент не только на здоровье или психическом состоянии человека, но и на решении всех проблем комплексно. Делается это при помощи занятий, тренингов или же консультаций. Некоторым йога-терапия помогла избавиться от болезней. Кстати, у меня был период, когда у меня была аллергия, я не могла определить на что. Я вот полгода кашляла, я была у кардиолога, у терапевта, у аллерголога, никто мне ничего не помог. И я вот делала один комплекс, мне посоветовал Федор Иванович, и у меня прошла она. Был такой период в жизни, когда я заболела. Это было связано с щитовидкой, с лимфоузлами. Конечно, после этого долгая реабилитация была. Вообще для человека, который не болеет, это немножко стресс, и я никак не могла прийти в себя. И вот все, что на тот момент мне пришло в голову, вот это то, что мне нужно заняться йогой. Психологическая йога – это глубокое изучение себя, своих страхов, комплексов и познание возможностей своего тела.